В Мурманске в целях предупреждения пожаров и несчастных случаев составлен перечень объектов, где запрещается применение пиротехнических изделий. Документ опубликован на сайте городской администрации. Нельзя запускать петарды и фейерверки в помещениях и сооружениях любого функционального назначения. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, на железной дороге, возле линий высоковольтной электропередачи, на крышах, балконах, лоджиях, сценических площадках, стадионах, возле памятников, кладбищ и культурных сооружений. Постановление подписано главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным и действует до 31 января 2023 года.